В России появится еще одна социальная сеть – Росграм. Как уверяют разработчики, в приложении будут предусмотрены все возможности для общения, ведения блога и бизнеса, публикации новостей, а также создания собственного проекта. Как будет выглядеть Росграм и какие функции включает в себя соцсеть, расскажу прямо сейчас в новом выпуске «Обзорчик». Создатели пообещали, что Росграм будет мобильным приложением для Android и iOS с привычным интерфейсом и широкими возможностями. Однако соцсеть все еще находится в процессе внутреннего тестирования, поэтому ее запуск постоянно оттягивается. И скачать Росграм на свои мобильные устройства пока невозможно. Но зато уже сейчас любой пользователь на официальном сайте может подать заявку на регистрацию в приложении. Для этого нужно заполнить форму с именем, номером телефона для SMS-оповещения и выбрать роль – пользователь или блогер с аудиторией более 100 тысяч подписчиков. После этого появляется сообщение, в котором говорится, что письмо придет за несколько дней до запуска Росграма. К слову, разработчики уже опубликовали в своем телеграм-канале видео с презентацией мобильного приложения своей соцсети. По словам разработчиков, это видео является партнер-релизом приложения с демонстрацией его возможностей. Дизайн Росграма максимально приближен к тому, к которому мы все так привыкли. Функции тоже все те, что нужны как обычным пользователям сети, так и крупным блогерам. Например, можно просматривать новостную ленту, ставить лайки к постам и комментариям, писать комментарии, в том числе с эмодзи, и публиковать посты и сторис. Во время скроллинга ленты можно увидеть блог с рекомендованными профилями для вас. Кроме того, создатели похвастались еще одной функцией. Пользователи могут загружать в Росграм видео не только из галереи, но и со сторонних источников, например, с YouTube с помощью ссылки. Также в приложении предусмотрено введение дополнительных инструментов монетизации, таких как платный доступ к контенту, краудфандинг и не только. Разработчики пообещали устранить все недочеты до релиза приложения, который должен состояться в апреле этого года. Однако первыми пользователями станут блогеры и спонсоры. Все остальные желающие смогут присоединиться к соцсети чуть позже. На этом пока все. Следите за новостями, пробуйте новые приложения. Ну а мы с вами встретимся уже на следующей неделе. Всем удачи и пока-пока!